мы на месте. Хорошо. Мы приветствуем Михаила. Интересуемся, готов ли он к диагностике и чистке, доверит ли он нам свое биополе на период сеанса. Да, он доверит. Тонкая копия у него просит сильно. Я даю команду. На счет три сканер сканирует пространство над головой Михаила, под ногами. Два, три. Сканер сканирует все 7 тонких тел Михаила. Находит все. Вот тонкая копия привела на чистку. Бывает и такое. Давай сверху арахноид. Гуманоид. Синий дракон. Инсектоид. Это причина боли в животе. Хорошо, дальше. У него джин и бес. Ответственный бес за... Уходящий, приходящий. Сколько у беса герцовка? Ну, если можно так сказать, 8,5. Он может 8,9. О, переходящий. Хорошо, считай цифры у джина над головой. 17,36. Хорошо, синий дракон, цифры над головой. 32,90. Так, начинаем с реверса энергии. В процессе реверса я вам буду задавать вопросы. Вы обязаны на них отвечать. Кто не будет отвечать или исполнять мои команды, будет на своей частоте наказан. Не рекомендую проверять. Я даю команду тонкой копии Михаила спроецировать все энергетические и сферические каналы ко всем ответственным подселенцам, ответственным за чужеродную, негативную и патогенную низковибрационную энергию в его биополе. Каналы выстроились, в сущности, каждый подходит к своему каналу. Я даю команду тонкой копии произвести отчуждение всей чужеродной, патогенной, низковибрационной энергии, откат всех негативных программ, негативных мыслеформ. Пошла энергия по каналам чужеродная по отношению к Михаилу. Энергию страха, энергию неуверенности, энергию всех болезней. Все, что он мог получить от них, возвращается к ним. У него конструкция гуманоида внутри. Я даю команду сканеру. Сканер на счет 3 отключает полностью до 100% конструкцию гуманоида. 1, 2, 3. Выводит ее безболезненно из всех тонких тел и отправляется она в отдельную клетку-тюрьму. Готово. Хорошо, выстраиваю от Михаила канал к этой конструкции 1, 2, 3 и реверсом отдаю в эту конструкцию все негативные и патогенные энергии, которые Михаил получил от этой конструкции гуманоида. 1, 2, 3, пошел мощный поток энергии назад. Посмотри, что возвращается. Неудобство, боль, привкус какой-то возвращается. Металлически. Конструкция была в физическом теле. Тонкая копия оттуда достала. Сама достала? Когда выходила из тела, да. Гуманоид, откуда ты? Я Сириус. Ты кто? Ловец душ? Нет, информационный сбор. Будем проверять сегодня, что ты забирал, что ты давал. Сколько ты находился в биополе, Михаила? Около 6 лет. 6 лет. Это уже массивнейшее воздействие. Арахноид, сколько ты находился в биополе? Он показывает эту конструкцию гуманоид, что да. Это не массивнейшее воздействие, это как якорь. То есть, чтобы закрепиться, ему нужно вставить какую-то конструкцию. Она небольшая, стоит у него в области шеи, затылка. Это хочешь сказать, что он от этого не получал боли? Нет, неудобства, несомненно, были. А насчет искривления шейного позвонка, что ты, шейного раздела, что ты мне скажешь? Там, где стояла твоя конструкция. Может, перетянул. Может, вот это мне нравится. Нам не интересен физический робот. Тебе не интересен физический робот. Тебе сейчас все будет интересно, гуманоид. Тебя не интересует... Ривер закончился. Тебя не интересует, сделал ли ты человека инвалидом этим искривлением шейного позвонка из-за того, что ты туда ставил свою конструкцию. А меня не будет интересовать, отправлять тебя в галактическое ядро или нет. Или просто тебе дать... Такой нагрузки не было. Мы посмотрим, сколько нагрузка была в процентах и определим. Если ты готов принять эту боль назад, я тебе ее верну. Хорошо, устанавливали фильтры золотой сеточкой на все каналы и в порядке реверса. Михаил забирает все чистые светлые божественные энергии. 1, 2, 3. Обратно пошли энергии божественные и чистые. Пошел мощный поток назад. Скажи мне, Вера, что идет от конструкции? Человеческая живая энергия. Человеческая живая энергия. Отлично. И его личная ДНК. И ДНК ты воровал. Ну что ж, хорошо. Говорит, гармонизировал. Да,
И я тебя сегодня сгармонизирую, я тебе сейчас покажу, чем. В моих руках появляется живая плазма. 1, 2, 3. Вот этим я тебя сегодня намерен гармонизировать. Наслышан, что существует такое оружие, но не думал, что встречусь с ним. Так и встретился. И это оружие мы уже применяли, поэтому ты об этом знаешь. Ты попал именно на презентацию этого всего. Вот сейчас мне интересно, как ты себя ощущаешь? До сих пор победителем? Я ощущаю, что ущерб, который я нанес, неравносилен тому, что хочешь сделать ты. Это оружие уничтожения. Моментального. Ты уничтожил его шейные позвонки? И тебе это безразлично? Ты сказал, что тебе все равно? Почему ты думаешь, я тебе дам другой ответ? Его душа не тронута. А мы спросим, как Михаил захочет с тобой поступить. Вот тогда и будем решать. Ждем окончания реверса. Пока реверс готово. Готово, отлично. Хорошо, начинаем с беса. Бес, сколько ты находился в этом биополе? Говорит, да я и не находился совсем. 6 месяцев туда-сюда прыгаю. Носочки успел одеть. Хорошо, ты в квартире есть? Да, есть. Почему я спрашиваю, я сегодня буду и дом чистить, поэтому давай сегодня с тобой как-то решать эти вопросы. Я тебе предлагаю следующий вариант. Скажи мне, есть ли лярвы в биополе Михаила? Да, есть. Где? Живот? Шея? Он на тебя смотрит. Шутишь ты с ним или нет? Он думает, что ты видишь лярвы. Я их действительно вижу. Но я вижу их, находясь здесь, на земле. У него на шее лярва, и он ее как-то как выдрать хочет. Хорошо. Скажи, откуда она на горле у него взялась, на шее? Страх. От страха? Хорошо. А кто у нас причина страха? Это не джин случайно? Джин. Вот. Ну что ж. Хорошо, бес. Давай сделаем так. Выходи сначала. Снимай все, что ты оставил в его биополе. Снимай эти носочки, отсоединяйся, забирай свои энергии. Прямо на месте доложи мне, что ты все снял. Я дам тебе отдельную команду на лярвы. Приступай. Он снимает носки, у него какой-то как красный шар с правой стороны внизу. А что это за шар, расскажи мне, бес. Так вздыхает. Когда Михаил ходит, он разбрасывает эту энергию. Это Михаил комочки. Сам? Понятно. То есть эти комочки он насобирал, когда вступал на них, да? Они остались в его биополе. Сейчас ты этот шар большой забрал. Правильно я понял? Где-то собирает, где-то разбрасывает в зависимости от ситуации, его настроения и насколько он уходит в негатив. Хорошо. Ты помогаешь ему уходить в негатив или это его инициатива? Кто начинает? Кто стартует? Носочки помогают. Носочки. То есть это можно сказать, что это не его личное желание входить в негатив, а ты его вынуждаешь входить в этот негатив. По часам, когда тебе удобно. Нет, это настроение. Ну, просто вот насколько оно портится, зависит от меня в некоторых условиях. Понятно. То есть ты все утяжеляешь в несколько раз, правильно? Понижаю вибрации до своих. Все хорошо. Понял. Бес, я тебе разрешаю забрать лярвы. Забирай, вытаскивай все, ничего не забывай и возвращайся в клетку. На пояснице он снимает и вот это горло. Не да. Само горло, а чуть ниже. Да. Где ключица. Вот она нависла. Если уже нависла, то это уже серьезный рост. Готово. Хорошо. Переходим к инсектоиду. Инсектоид, выходи, вытаскивай, отключайся, снимай свои инкубаторы. Сколько у тебя их? 2 или 1? 1. Хорошо, вытаскивай жидкость, не забывай, высушивай все, ничего не забывай. Возвращайся назад. Обращаясь ко всем присутствующим, кто еще присутствует в квартире Михаила, в доме? Джин присутствует, дракон, арахноид. Только инсектоид и гуманоид не присутствуют. Нет, но там есть другие космические. Хорошо. Репты 2 Грея. Да. Он вытащился, инсектоид. Отлично, хорошо. Синий дракон, выходи, вытаскивай свои платы. Отключайся полностью, возвращайся в клетку назад. Сколько ты, сколько ты находился в биополе, синий дракон? 2 года. А инсектоид сколько находился?
Значит, находился он дольше, на 4 года он его отстроил инкубатор. Инкубатор был как защемленка вот тонким телам с двух сторон. Укреплен, как со щипами. От этого у него проблемы с желудком были? Это добавляло проблем. Так, синий дракон все снял, да? Показывает, что от этого инкубатора шла как кислота и доходила до физического тела, и там поражала его. А, вот как. Вытаскивает всю кислоту, что там ничего не осталось. Вынес все. Хорошо. Так, инсектоид. Синий дракон нас вышел уже, забрал все, Вера? Да, плод вынес. Хорошо. Гуманоид... Синего тела. Синего тела, третий глаз. Хорошо. Гуманоид, посмотри, есть ли у тебя что-то на твоей чистоте? Еще что-то осталось? Если есть, вытаскивай. Микрочипы достал. Где они были? Затылочная область. Хорошо, я даю команду сканер. Сканер, просканируй эти микрочипы. В следующий раз ты их опознаешь моментально и будешь выводить вместе с конструкцией. Готово. Хорошо, и Джин у нас остался. Любитель страх навеивать, да, Джин? А почему ты такой агрессивный по отношению арахноид к Михаилу? Арахноид есть еще. Еще арахноид. Я сейчас с Джином поговорю. Хорошо, пока я говорю с Джином, арахноид, выходи, вытаскивай всю свою паутину, все свои иголки, ничего не забывай. Возвращайся назад в клетку. Приступай. Итак, Джин, сколько ты находился в биополе? По его понятиям, он еще находится. Он небольшой, и он опасается тебя. Ну, последнее правильно. Три года. Если он будет говорить неправду, то ему стоит меня опасаться. 3 года ты находился в его биополе. Почему ты ему с такое чувство страха все потерять навеивал? Потому что он сам боится все потерять. Кто, Джин? Да, он не так долго живет, и он не так много накопил. Хорошо, ждем, пока арахноид все снимет. Арахноид, да, иголки, которые он достает. О, это головная боль? Что там было? Головная боль или давление, или что ты делал? Каша в голове, мигрень, и сзади у него паутина на затылочной части. Ну да. Свисает тяжесть головы. Это причина головных болей и мигрени, Михаил, вот этот маленький арахноид-паучок. Тупик он иногда заходил в своих мыслях, потому что его мысли терялись в паутине, которая свисает сзади затылочная область. Да, сколько ты лет находился арахноид в его биополе? 5 лет. 5 лет это очень много уже. Хорошо. Все снял. Так, у нас тогда получается Джин остался. Джин, собирай всю свою пыль, ничего не забывай, выходить тебе не надо, вытаскивай все, что я оставил. С какой вещью ты попал к нему, Джин? Сейчас, секунду, он его уверенность ослабил очень сильно. Видишь, а ты говоришь молодой. Молодой, да талантливый. Я могу сейчас ослабить сильно уверенность Джина. У него и так нет этой уверенности. Mm-hmm. В хаосе там. А без челмы и колец и серьги ему будет еще тяжелее. Нет у него колец так много, как хотелось бы. А их надо заслужить. И именно поэтому он торопится. Поторопился и попал к нам. Итак, он всю пыль собрал, да? Это синяя пыль была, да, Вера? Да. Хорошо, больше ничего нет, да? Нет. Я даю команду Михаилу на рассинхронизацию с арахноидом. Рассинхронизация до 100%. Знаешь, его тонкая копия отряхивается и говорит, что раньше как-то я сам пытался защититься. И это у меня получалось. Ну, видимо, на каком-то моменте вы упустили эту защиту, и один за другим вошли эти сущности. Вы видите, сколько лет они сидели в вас по-разному. Много ответственности, все не успеваешь. Ну, надо выбирать, что важнее в жизни. Да, баланс надо находить. Конечно. Закончилось. Хорошо. Включаю внутренний белый свет Михаила. 1, 2, 3. На счет 3 Михаил выдавливает из всех своих 7 тонких тел все негативные патогенные энергии, находящиеся на частотах интерферентов. 1, 2, 3. Пошел свет. Выходит, энергии негативные формируются перед Михаилом в шар. Очень маленький шар вышел. Открывается под ним портал галактическое ядро. 1, 2, 3. Шар уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Я даю команду на счет 3 Михаилу сделать импульс высокой вибрационного шока удара и отключить все каналы от себя. 1, 2, 3. Мощный удар. Отлетают каналы. Получилось у него? Да. Открывается портал в галактическое ядро. Канал улетает на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Готово. Хорошо. Бес, интересуешься эмоциональным фантомом?
Интересуюсь, конечно. Я бегаю из дома в дом, чтобы собрать это. Ой, сколько ж тебе работы. Хорошо, выходит эмоциональный фантом Михаила. 1, 2, 3. Проецирует все негативные программы, негативные мыслеформы, а также все низкая вибрационная эмоциональная энергия, им же сгенерированная, проецируется на его эмоциональном фантоме. Да, у него шар вышел большой. Хорошо. Михаил, это все энергии, которые вы сами сгенерировали. Вы готовы с ними расстаться? Да, готов. Хорошо. Сворачиваете энергии в шар. Бес забираешь? Жду. Отправляю бесу. Поглотил сразу. Хорошо. Значит, тогда будем следующим образом поступать сейчас. Даю команду на контрольную проверку. Пошла контрольная проверка. Чисто. Хорошо, все прошли проверку. Значит, тогда я сейчас отправляю Джина и Беса в дом отдельным каналом через портал. Они дожидаются меня там. За это время они собирают все, что раскидали там. Ничего не забывайте. Бес, ты главный в этом доме или есть кто-то другой еще? Есть черт. Хорошо, черт Но есть. Главный я. Я почему спрашиваю? Там я негатив намерен собрать. Интерес есть у тебя? И кому отдавать? Черту я не хотел мне. Отдавать. Ну вот видишь, вот ты говоришь главное. Хорошо, открывается сейчас портал против часовой стрелки в квартиру Михаила, в дом 1, 2, 3. И бес уходит в этот портал, и джин уходит в этот портал, дожидается нас. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Инсектоид, ты не присутствуешь в доме, да? Нет. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте инсектоида 1, 2, 3. Инсектоид уходит на свою частоту. Забирает все, что он с собой принес. Закрывай, опечатывай, растворяй. Его не интересует помещение, а там нет мягких тканей, которые ему необходимы. Понятно. Хорошо. Ушел? Готов. Закрывай, опечатывай, растворяй. Хорошо. Синий дракон и арахноид. Вы присутствуете в квартире, да? Да. Собираете все, что точно так же, как я бесу сказал. Собираете все, дожидаетесь нас. Открывая портал против часовой стрелки в дом Михаила 1, 2, 3. И арахноид вместе с синим драконом уходит в этот портал, дожидается нас. Готово. Хорошо, гуманоид. Если ты не хочешь живой плазмы, предлагаю тебе сдаться в межгалактическую полицию. Что он выбирает? Можно и в полицию. Он просчитывает, что он нарушал. А, ну там про тебя просчитает, не беспокойся. Хорошо, я прошу ли выйти со мной на связь? Связи. Ли, гуманоид Сириус с конструкцией 6 лет сидел. ДНК забрали, человеческие энергии. Мы заберем его, тем более он так хочет пообщаться. Да, он хотел пообщаться. Что-то он не любит живую плазму, не понимаю почему. Общение всегда безопаснее. Согласен. Готово. Отлично. А этого общения и не было бы, если бы он не вошел. Причинно-следственная связь. Хорошо. У нас все ушли, Вера, что-то осталось. Его конструкция. Осталась. Под ней открываю портал в галактическое ядро, она уходит на переработку. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо, поехали по частотам. Переходим на частоту магическое воздействие, если таковое, если было, оно проявляется. Ты знаешь, это не магическое воздействие. А что? У него на руке как браслет круглый такой, на правой. Браслет. Красивый браслет. Как из серебра такого. Угу. Но не блестящее, а такое. И он вышел на чистоту магии? Ты знаешь, он вышел, когда с него все убрали. Я просто ждала, на какой частоте он выйдет. И собирала информацию. Это какая-то связь с его женой. На чистоте магии ничего не выходит, но с этого браслета идет женщина, с которой он связан. Михаил, вы знаете об этом браслете что-то? В вашем биополе ничего? Говорит, да, это кармическая связь. Да, и что нам с ним делать? У вас ничего в биополе не должно находиться, кроме ваших защиты, ваших родных энергий. Давайте посмотрим, от кого этот браслет. Выстраиваю канал от этого браслета 1, 2, 3 и притягиваю ответственного. Он сам его одел. Он взял ответственность. Хорошо. Но я полагаю, значит, он хочет это все оставить, правильно? Или он хочет это убрать? Пусть даст нам ответ. Он говорит, что это не влияет отрицательно. Хорошо. Но просто вышло странным образом на магическое воздействие. Переходим к аннулированию контрактов и договоров. По закону свободы воли души и свободному праву распоряжаться собственными энергиями, Михаил должен взять ответственность за свою жизнь в свои руки и выразить это намерение. Он готов это сделать? Да, готов. Я говорю вслух, его тонкая копия повторяет за мной. Я контрактам и договорам. Выходит договора.
активно и подсвечивается. Но у него договор, связанный с этим браслетом, мне показывает, что случилось в одной из прошлой жизни. Они с твоей нынешней женой взялись за руки и спрыгнули с огромного утеса. Два молодых человека. Какой это год? 17-18 лет. Он был мужчиной, она женщиной. 18 ему, 17 ей. Это что-то связано с родителями. Они так решили остаться вместе. Я второй раз спрашиваю тогда Михаила, что мне делать с этим контрактом. Мы можем все контракты аннулировать, мы можем все браслеты... Он говорит, что сейчас я готов брать этот браслет, потому что, чтобы любить, чтобы искренне любить, не нужны браслеты. Абсолютно верно. Хорошо. Тогда сделаем следующим образом. Снимаю этот браслет с него. 1, 2, 3. Он зависает рядом с ним. Да, есть. Пусть Михаил повторяет за мной. Но право распоряжаться собственными энергиями. Пошел возврат энергии, если такова есть, мощным потоком. Наоборот, этот браслет вошел в контракт. Контракт как книга. И мне показывает больше. Это Греция. Да. И это Греция и территория Греции. Это огромный утес на каком-то острове с небольшой деревней, откуда была эта девушка. А он был с другой стороны, Албании. Родители были против. Какие это года? Пошла цифра. 1645. Все понятно. Итак, энергии вернулись? Да. Открываем воронку в галактическое ядро. 1, 2, 3. И произведем сброс всех аннулированных контрактов и договоров, и браслет уходит на переработку. Закрывая, печатая, растворяя. Аннулировано. Готово. Хорошо, Михаил, мы закончили вашу чистку. Как вы себя чувствуете? Я великолепно чувствую. Воздушность какая-то и уверенность появились. Хорошо. Сейчас мы будем вас возвращать, ваш биоробот, назад. Для того, чтобы все эти энергии перешли на физический план, выдавливайте из себя негатив, как мы показали в этом сеансе. У нас есть обучающее видео еще на канале. Также заправляйтесь энергией. Сколько энергии вам нужно заправляться, цифры мы вам назвали. Вы должны это все визуализировать, когда делаете. Это залог успеха того, что вы будете полной энергии и всегда чистым, с хорошим настроением, без интерферентов. Закончили здесь. И для усвоения энергии вибраций возвращаем тонкую копию Михаила в систему биоробот-душа. Заводим, подключаем его к каждому органу, каждой клеточке, каждой извилинке головного мозга. Проходит полная синхронизация между физическим биороботом и энергетическими тонкими телами. Готово. Хорошо, отключаясь от Михаила, дом ты видела. И на счет 3 ты стоишь перед входной дверью его дома. 1, 2, 3. Ты стоишь перед домом. Да, я здесь. Входи в дом. Я даю команду на счет 3. Клетка установилась внизу, где кухня. Внизу. Хорошо. Поехали. Кто у нас там? Из тех, кто были, арахноид. Синий дракон. Синий дракон. Джин и бес. Черт здесь есть. Черт. Рептилоид. И два грея. Да. Черт. Есть три воронки. И есть неупокойная душа. Под воронками открывается портал в галактическое ядро. 1, 2, 3. Воронки уходят на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатаю, растворяй. Готов. Арахноид, ты все собрал? Ничего не забыл? Он собрал, он показывает, где он был. Подвал. В подвале был. Хорошо. Вы... Все понятно. Шкафах много было у него. По потолкам было, паутина по углам. Собрался. Хорошо. Все собрал, значит, буду отпускать. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте арахноида. 1, 2, 3. Арахноид забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Как с тобой выглядят дела, синий дракон? Все собрал? Значит, у него была плата в спальне на третьем этаже, снял. Хорошо. Я прошу тебя больше не приходить ни в этот дом, ни к обитателям этого дома. Ты меня услышал? Услышал. Готов уходить? Да. Открывается наверху портал против часовой стрелки на частоте синего дракона. 1, 2, 3. Синий дракон забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово.
Хорошо, Джин, с какой вещи ты пришел к человеку? Ты мне так и не сказал. С купюрой. С купюрой. Хорошо. Все. Наша встреча сегодня состоялась. Если ты не хочешь со мной встречаться, второй раз я очень недружелюбный, когда я встречаюсь второй раз. Если опять происходит новая интерференция с тем же самым интерферентом, если ты этого не хочешь, я тебе рекомендую найти новое место обитания. Ты меня понял? Понял. Ты все собрал в доме? Да, он показывает спирали какие-то, такие подвешены были. Собрал и пыль собрал. Хорошо, отлично. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте Джина 1, 2, 3. И Джин забирает все, что он с собой принес, уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяй. Готово. Хорошо. Рептилоид с Греями, сколько вы находились в этом доме? 2 года. 2 года. Хорошо, рептилоид, дай команду Греям, пусть они выходят, снимают все, что вы в этом доме установили, и возвращаются в клетку. Я проверю и отпущу вас на вашу частоту. Приступай. У них на лестнице. По потолку и первый этаж. Готово. Я прошу больше вас не приходить в этот дом. Все понятно? Они услышали твою просьбу, да. Хорошо. Открывается наверху 2 портала. Один на частоте Греев, один на частоте рептилоида. Рептилоид уходит в свой портал. Греи забирает все, что принесли, уходит в свой портал. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо. Черт, выходи, собирай все свои комочки, одеялки. Носочки, если на ком-то есть, ничего не забывай. И возвращайся назад, приступай. У него сетка прямо возле входной двери. Как эта сетка работала? Под лестницей много. Под лестницей любимые их места. Как сетка работала, когда человек проходил через нее? Терял энергию? Понижались энергии? Нервозность появлялась? Что там появлялось? Зависело от вибрации человека, который наступал. Ну хорошо, объясни мне. Тот, кто подвержен перепаду настроений, цеплялся за эту сетку, и да, настроение менялось в лучшую сторону. Понятно, хорошо, для того, чтобы Михаил и обитатели этого дома знали, почему такое случается. Вроде было все хорошо, зашел домой, и все плохо. Он показывает, как он передыхал под лестницей и наблюдал за всеми. На кроватях у него есть... Одеялки тоже, да? По лестнице разбросаны комки. Готово. Я прошу тебя больше в этот дом не приходить. Ты меня услышал? Услышал. Готов уходить? Да. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте черта 1, 2, 3. Черт забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою частоту. Закрывая, печатая, растворяя. А еще он сказал напоследок, что ему нравится бардак, когда все раскидано, и ему нравится пинать все это. Хорошо. Мы это передали. Готово. Хорошо, бес, как с тобой дела? Все собрал? Как договорились. Хорошо. Давай тогда сделаем следующим образом. Сейчас я решу вопрос с неупокоенной душой, а потом мы с тобой займемся порталами и негативом в доме. Обращаясь к неупокойной душе, представься, как мне обращаться к тебе. Она почему-то кричит «Тамара, Тамара». А почему ты кричишь «Тамара»? Мы тебя слышим хорошо. Это последнее, что она слышала. Понятно. Тамара, что с тобой случилось? Как давно ты ушла из земного воплощения? Ее убили в лесу. Она была ребенком. Ой, ужас. Восемь-девять лет. И когда это было? 1954 год. Ой, кошмар. Ты с 1954 года не могла уйти? Она не могла понять, что она должна покинуть в этом возрасте. Воплощение рано закончилось. Понятно, понятно. Очень жаль, что у тебя так случилось в жизни. Ты узнала, что мы открываем порталы, и хотела попросить, чтобы мы тебе открыли портал? Она на это надеялась. Ты попала по адресу. Сейчас все сделаем. Ты готова уходить в светлый портал? Да. И я даю команду, на счет 3 открывается светлый портал в чистилище. 1, 2, 3. И Тамара уходит в этот портал. Ее куратор встречает ее. Все родственники, все, кто знал ее и любил, встречают Тамару. Кто ее встречает, Вера, посмотри. Ты знаешь, она показывает историю свою, как она с родителями поехала за грибами и прыгала, заблудилась. Там был какой-то беглый.
Ее искали, кричали: «Тамара, Тамара». Она изнасиловала, убил. Какой кошмар. А так как она была ребенок, она даже не поняла, что с ней произошло. То есть она не видела такого, не слышала, и для нее это был ужас. Хорошо, Тамара, желаю тебе всего наилучшего в новой жизни. Это все закончилось. Да, ее много кто встречает, у нее свет такой яркий впереди. Хорошо, закрывай, опечатывай, растворяй. Свет из присутствующих, я имею в виду. Она показывает, в каком платье ее похоронили. Она в нем так и зашла туда. Готово. Фух, да. Хорошо. Ладно, бес. Давай, пошли по дому, показывай мне все порталы. Мы будем их закрывать и потом сразу к негативу. Пошли. Он говорит, что здесь очень подходящие окна. А что с ними не так? Соединенные с порталами. Да ты что? Это случайность? Он начинает с плотность самого места. Вот как. Это место дома, где дом стоит, да? Да. Ну-ка. Он начинает с туалета на первом этаже. Хорошо. Над окном, в общем, которое там есть, над унитазом. И под унитазом внизу открывается портал в галактическое ядро 1-2-3. Засасывает туда этот портал, фантом портала на наночастицы. Все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Пошли дальше. Наверх идет. То же самое, ванная комната, окно длинное. Под окном внизу открывается портал в галактическое ядро. Засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Идем дальше. Готово. Хорошо. Здесь детская комната, где какой-то ковер, что-то синее, там река, шея, не знаю, что-то вот в этом месте. Под этим ковром внизу, открывая воронку в галактическое ядро, засасывается туда этот портал, фантом портала, наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывая, печатая, растворяя. Идем дальше. Бес так грустно смотрит на все это. А почему? Я тебе сейчас столько негатива соберу, тебе это все компенсирует. Ты его еле не дотащишь. Ладно. Хорошо, пошли дальше. На лестнице окно. Под окном на лестнице внизу открывается воронка в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатывай, растворяй. Идем дальше. Это верхний этаж. И здесь тоже два окна. Одно в стене, одно наверху в крыше. Два портала. Под обоими порталами, под крышей и под окном открывается портал порталы в галактическое ядро 1-2-3. Засасывается оба портала. Уходят все фантомы, все наночастицы, все на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, опечатывай, растворяй. Готово. Хорошо. Кухня. Он показывает, ниже там есть как подвал. Пошли. Там портал. В подвале, да? Да. Ты его видишь? Хорошо, под этим порталом внизу открывается портал в галактическое ядро, засасывает туда этот портал, фантом портала, все наночастицы, все уходит на переработку в чистую первичную энергию. Закрывай, печатай, растворяй. Готово. Хорошо, еще есть? Все. Хорошо, возвращаемся все к клетке. 6 порталов достаточно. И я даю команду, все негативное и патогенное. Пошел процесс. Там много суеты, беготни, криков, визгов. Это бес обожает. Готовы шары. Хорошо, под космическим открывая портал в галактическое ядро. 1-2-3. Космический уходит на переработку, закрывая, печатая, растворяй. Этот большой шар? Да, большой. Хорошо, бес, забираешь? Да. Отправляй бесу, как и обещал. Да, готов. Хорошо, отпускайте. Да, побыстрее. Открывается внизу портал против часовой стрелки на частоте беса 1-2-3. И бес забирает все, что он с собой принес, и уходит на свою чистоту. Закрывай, опечатывай, растворяй. Из того огненной пентаграммы. Хорошо.